адмирал эрфийских креаций в Бейсете, большой противолодочный эсминец проекта 1355-1. Является дальнейшим развитием проекта ИСИЧ-155. Он сохранил противолодочное вооружение, получил большие противокорабельные возможности, усовершенствовались более мощные артиллерийские и противовоздушные средства. К сожалению, этот корабль был списан в 1944 году. Подробности о военных кораблях, включая эсминцы, иногда связаны с более секретной или ограниченной информацией в военной сфере, которая не всегда доступна публично.